Изи, Дашка град научит. Я старею. Я люблю яркое все, я люблю такое яркое, чтобы всем выдрать глаз было. Мне страшно быть комаров. Кончила. Приветули, девцули! Блин, так будто бы я суперсолидная женщина на суперсолидном фоне, но не в суперсолидной одежде. Надеюсь, эти очки скрывают мои корни. Если нет, то... Ах, как грустно, потому что брови слишком яркие для этих корней. У меня такие же яркие корни, как и мои брови. Короче говоря, девчули, я знаю, что вы очень просили, чтобы я сняла наконец вторую часть про топ-магазины с Алиэкспресс. И я нашла, вы мне даже сами поскидывали в Инстаграме магазины крутые, но, к сожалению, в комментариях никто не отправил, по крайней мере, я искала, не нашла. И в этот раз обязательно поскидывайте крутые магазы в комментариях, прям, пожалуйста, прошу вас, потому что мне самой интересно, есть ли что-то крутое еще на Алиэкспрессе. Может быть, есть такое крутое, что я такого крутого еще никогда не видела. Из тех магазинов, что я вам покажу, есть один самый пупе, на котором я тоже что-нибудь себе закажу. Другие, ну, так себе, потому что мало кто сейчас скидывал. Еще я пыталась найти магазины со сладостями, всякой едой китайской, корейской, японской, но, к сожалению, я ничего не нашла. Я даже смотрела ролики, в которых реально люди показывали то, что они заказывали, но это было очень давно, и эти ссылки уже прогорели, и вообще ничего не то, что было там показано. Это на самом деле очень странно. Почему-то перестали продавать еду, типа, что такого? Мне мои подписчики писали то, что просто пока тебе придет еда с Алиэкспресса, она уже вся испортится. Ну, извините, дорогие, как бы там, наверное, наверняка не продают куриную грудку и молоко. Там что-то типа конфет, ледошков, они уж точно не испортятся. Так что, если вдруг вы видели, то поскидывайте мне, пожалуйста, мне прям очень интересно. Может быть, реально что-то да есть. Ждем, может кто-нибудь появится. Вот на годных лыжах сейчас поеду кататься, и фон у меня визажистский. Странно, да? Ладно, давайте не будем затягивать, уже поскорее начнем. Первый магазин называется, если тетрадочки вы помните, я знаю. Hey You Girl. Я учу английский, не переживайте. Нет. Здесь очень классные топы и шорты. Hey You Girl. Вот этот у нас прекрасный магазин. О, какая тут девушка сексуальная. И на фоне ребенка. Какие у нас мамочки нынче сексапильные. Вау, тут реально очень классные топы. Посмотрите, с бабочками. Блин, я только уже себе купила. Потому что с этими волосами лучше сейчас носить что-то вот такое. Он мне под цвет волос как раз, боди. И что прям вообще тащусь вот от этого цвета. У меня все такое. И это, наверное, круто. Напишите в комментариях, нравится ли вам мой образ или нет. О, неоновый комбез. Я, кстати, очень хотела его купить. Но мне Данил говорит, что у тебя и так дофига неоновых вещей. Типа, нафига тебе он? Я думаю... Ну да, ну да, надо кончать с этим. А то был у меня такой период жизни, когда у меня было очень много розовых вещей. Потом я реально поняла, что у меня их очень много. Надо с этим кончать. Кончила. Все, хочу себе купить что-нибудь из расцветки коровки. Расцветка коровка — это топчик. Еще у меня здесь комар где-то летает, я его не успела прибить. У меня он в шторах вот этих темных сидит. Никогда не имейте темные шторы или квартиру, потому что если к вам позалетит комар, то он будет прятаться именно в них. Я просто их пошуршила, пока я закрывала окно, и как бы оттуда комар вылетел, который меня всосал так, что у меня до сих пор тут шрам. Охуенно присосался ко мне. Конечно, вещички просто, да. Ну, тут всякие огненные, клевые. Вот, кстати, никогда не покупайте вот такие в светоотражающие штаны. Ты комар был? Не страшно быть комаров. В общем, никогда не покупайте такие светоотражающие штаны, потому что, говорю на своем опыте, мне присылал магазин Никифилини такие штаны и куртку. У них комплект был. Я, когда их надела, было 30 градусов жары. Я просто пиздец как вспрела. Я думала, что такого не должно быть. Но там 100% полиэстер. С Алиэкспресса то же самое. Да, конечно, красиво, круто, но ты в них как в термосе. Мне кажется, в них нужно ходить, надевать точно под низ какие-нибудь лосины и носить их, да, градусов там 10-5. Ну, что же не в 30. Какой классный, пушистый топик. Мне нравится. Следующий магазин называется Mikumen Store. В первой части я и на видео вставляла название магазинов, и в описании оставляла их. И все равно находились люди, которые спрашивали: ой, скиньте, пожалуйста, мне название магазинов и ссылочки. Я бы даже ссылочки оставляла в описании. Вы что, ребят, не спускайтесь, блядь, спускайтесь нахуй, не тупите. Пожалуйста. Это у нас магазин с юбочками и с платьишками вроде как. Такие всякие яркие. Ох, какая клевая. Прикольно. Есть классные юбочки. Такие, что вас захотят все. Ну, я себе, конечно, 14 лет. Футболка с гусем. Когда вижу фиолетовый цвет, сразу у меня в голове всплывает вот эта вот мысль. Платьишки, разлетающиеся на ветру. Какая милая блузка. Ох, ох, какая классная кофточка. Блузочка, японские море, девушка черри, вышивка, блин,
для меня. У нас здесь образ феечки Линкс. Вот тебе, пожалуйста, и крылышки, и подъюбник, и юбка. Образ феечки Динь-Динь. Следующий магазин. Третий магазин в нашем списке называется My Friend Store. Я заметила, что в каждом магазине добавляют в конце store. Тут у нас настоящая готика, что не относится ко мне и никогда не будет относиться. Не очень люблю готику. Я люблю яркое все. Я люблю такое яркое, чтобы всем выдрать глаз было. Я на улицу выхожу, когда солнце и там пиздец. Я свечусь ярче солнца. Ну а чё? Никто не запрещал. Супер-пупер мега готический магазин. Если ты готическая девушка, то тебе в этот магазин. Мне, кстати, за это не платят. Я просто от своего сердца хочу вам рекламировать эти магазины, чтобы вы знали, где заказывать и где не стоит заказывать. Я, правда, здесь не заказывала, но типа всегда смотрите на отзывы. Если нет отзывов, не бойтесь. Не бойтесь заказывать. Смотрите на рейтинг продавца. Если у 99% или 95%, это тоже уже круто. То значит, точно можно ее заказывать. Он же явно что-то еще, кроме этого, продавал. Возможно, эта вещь просто слишком крутая для других людей, что другие стесняются купить и думают, блин, как я об этом буду ходить. А вы не стесняетесь, но вы боитесь, что вам придет что-то не то. Просто смотрите на другие отзывы у этого продавца и смело заказывайте. Изи, Дашка град научит. Ничего про готику не могу сказать. Тут, конечно, есть что-то клевое, что-то такое себе. Эта юбка очень странная с головами, с лицами. Вот, красная юбка тоже классная. Кстати, взяла. Ну, правда, она очень короткая, что-то в последнее время я вообще не могу короткие вещи носить, я люблю подлиннее. Я старею. Следующий магазин я назвала самый яркий из всех. Это как раз тот магазин, про который говорила вам в начале видео. Он называется Bebop Souls Playful Store. Ну что, друзья, вы готовы увидеть самый яркий магазин из всех? Записывайтесь сегодня и получите купон на скидку. Кстати, я заметила, что сейчас для новых покупателей действуют купоны какие-то. Когда ты регистрируешься, у каждого продавца есть купон на скидку. Это не реклама сейчас, просто я это подметила. То, что я не могу использовать купон, потому что на Алиэкспрессе уже, ну, лет 5. Если только собираетесь зарегаться, то вам, возможно, будет купон. О, какой классный! Ой, комбинезон, мне он так нравится. О, я говорила, сейчас зайдемся, не выйдем отсюда уже. Подружки. Блин, он такой стильный. Мне очень нравится. Девчули, ли вам нравится? Так, эти юбочки я в прошлом видео вам еще показывала. О, странные штаны. С другой стороны, они треугольные. Слушайте, хотите, чтобы я сняла видео про... Блядь, сейчас кто-нибудь у меня спит эту идею. Я только что хотела спросить, интересно ли вам такая идея была бы для видео, но я сейчас понимаю то, что как-то раз я сказала про то, что хочу снять видео «Живу по гороскопу», и у меня эту идею спиздила бы Мелисса, блядь. Вот, и сейчас хотела спросить, вот, интересно, вам была бы эта идея, но лучше я не буду об этом говорить, лучше сама для себя решу, стоит это снимать или нет. Вот тут много разных интересных шорт, штанов. Там есть еще вещи, но там уже нужно заходить вглубь магазина, то есть по категориям отдельно смотреть. Нужно смотреть с компа, потому что здесь, видите, общее... Сука, комар блядский, что делать, как его поймать, этого пидораса? Я тебя поймаю потом, когда видео сниму. Ты от меня не убежишь, только попробуй меня цапнуть. Следующий магазин, Лолита. Лолитные всякие разные платьишки. Аля Бумти Офикал Стор. Или Офишал. Ты да раз меня так смущаешь, я хочу сейчас тебя прям прибить. Но ты не думай, тебе все равно прибить. Бля, уходи прочь. Уходи, бля. Почему именно сегодня? Ну что, продолжим сидеть. Куча разных милых платьишек. Если ты Лолита и любишь милые вещички, то тебе сюда. Какая-то хуйня. Но там ниже есть... Во, вот это очень милая. Роза платье, какой она классный. Это 900 рублей, всего 900 рублей. Тебе явно туда. Да, я знаю, ты хочешь его. А-а-а, съебись, блядь. Съебись, нахуй. Как будто бы я не дома, а на улице снимаю. Комары тут на меня нападают. Вот, смотрите, какие классные, милые платьишки для горничной. Если ты любишь быть сексуальной горничной, то вот, для тебя это платьишко. Еще комаров ведь не смущает порой, когда ты двигаешься, они все равно тебя нападают, поэтому я сейчас вот так вот сижу, кручусь. Надеюсь, вот вас это ничуть не смущает, нет? Ну, отлично. Этот магазин я у себя назвала в заметках Neon Nigga. Супер кост эффектив, потому что в основном тут такие темнокожие девушки с фигуристой фигурой. И тут неоновые вещи. То есть, если вы искали себе магазин с неоновыми вещами, вы их любите так же, как я, то вот, он для вас. Я вообще не понимаю, как вот в таком могут ходить девушки, когда все просвечивает. Типа, им очень комфортно в таком. Я сегодня вышла вот так вот. У нас тут как бы стройка везде идет, и там вот эти вот мужчины с Дальнего Востока. Ну, короче, я иду, никого не трогаю, там где-то компашка этих строителей.
И такой один из них: о, какие люди! Короче, начал, ну, задел меня за волосы. Я такая: чё, блядь, вообще, что ты меня трогаешь? Ненавижу. Мимо вас только что пролетел комар. Тут классные спортивные костюмы. Прям платье даже для супер-леди, которым нужно подчеркнуть свою фигурку. Ну, собственно, чтобы увидеть побольше тут товаров, нужно перейти в определенный раздел, который вас интересует. Ну, а это были все магазины. Я хотела вам еще показать магазин с париками, но если вам только интересно. Я вроде куда-то его сюда скинула. Магазин с париками, потому что я хочу все купить себе натуральный парик, чтобы покрасить его в цвет, который я точно никогда не смогу покрасить свои волосы, так как у меня, блин, был антоцианин фиолетовый, я не знаю, как его вывести. Его можно вывести, но, блин, потом у меня будут ужасные волосы. Тут нормальные цены, в принципе. Я планирую купить парик в пределах до 12 тысяч, потому что натуральные парики стоят дорого. И когда я собиралась продавать свою натуральную челку, которую я выкрасила за 3 тысячи, многие писали, типа, почему так дорого? Челка стоит там в районе 100 рублей, блять, ребята, серьезно? На Алиэкспрессе, если заказывать эту челку, она стоит 500 рублей. Я покупала ее в хайершопе, а там она вышла мне на 800 рублей. При том, что я еще потратила красители. Кстати, челку достаточно много краски уходит, потому что, ну, не очень удобно красить челку, потому что она не на голове, а лежит на столе. Вот, и из-за этого потрачено было много сил. Антоцианином, когда красишь, вообще просто полный пиздец, там ванина. Я ненавижу запах антоцианина, мне просто от него ужасно сильно болит голова. Вот, и, собственно, в этом такая цена. Но я, наверное, не буду этим уже заниматься, потому что на это уходит много времени. Тем более, у меня здесь столы, тут здесь белые, я не хочу их испачкать. Нахуй эту идею. Вот, поэтому хочу купить себе натуральный парик и покрасить его классно, прям очень классно. Ну, блин, я реально очень хочу купить натуральный парик. Я не знаю, что я все еще не заказала, что-то я жду. Чего-то я жду, просто я думаю, может, все-таки купить хороший самокат электрический или парик. Самокат. Парик. Или самокат. Да чё, это покупаем? Научиться, да? Ну, а на этом было все. Если вам понравилось видео, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Если вы хотите еще одну часть, обязательно скидывайте магазин, название магазина в комментарии. И я, может быть, что-то из этого крутое найду и покажу вам в следующем ролике. А я всех люблю и целую. Пока. Новое видео совсем скоро, так что ожидай.